А больше никого не будет, только мы, да? А. Давай. Все, в путь. Мы домой. Ура. Как вам моя футболочка? Танцующий ведьмак. Забыли еще сказать по поводу пробок в Анапе и Геленджике. Очень много машин, больше, чем людей, наверное. Короче, да, это самый большой минус. Мы приехали раньше обычного, решили покушать в кафешке. Тут такое хорошее обслуживание, что я стол грязный вытираю сама. Следующий трек. Тебе как раз хватит, а хлебушек вообще не ешь. Я заказывала салат греческий и бутерброд с семгой. В общем, бутера тут, как вы видите, вообще децл. Зато салата так не пожалели. Зато семгочки наваляли. Хорошо? По-моему, так. Салат вкусный. Сыр вот этот, или как он, брынза, не брынза. Очень нежный, очень вкусный. Кстати, сегодня прочитала комментарий по поводу того, что мы бутылку открывали. Это был просто как бы прикол, но все расценивали это как алкоголизм какой-то. Высказали, что пьющая мать — горе в семье. В таком случае я могу сказать, все алкоголички. Вообще, на самом деле, мы вот сколько отдыхаем. Есть мамочки, которые на пляже своих детей в колясках бросают, которые возле магазина бросают детей. Это же лучше, конечно, чем мама, которая просто в номере выпила пиво. Вообще, чем мы оправдываемся? Ты не говори. А то все такие не пьющие, не курящие, блин, аж тошно. Тебе уральские авиалинии? Никогда в жизни больше не возьму этот билет. Это пипец какой-то. Жесть. Сели возле аварийных выходов. Сидушки не отгибаются. Есть нам не давали. Ну, не то, что даже не давали, не продавали ничего. Обычный чай какой-то. Короче, блин, ну, ужас. Хотя сначала нам понравилось, да? Вроде бы да. Сидушки такие солидные. Окошки маленькие. До этого мы ютейр летали. Очень даже понравилось. Выход мы нашли, теперь не можем дождаться такси. Мы, кстати, в Домодедово. Рюкзаки такие тяжелые, что я свой поставила. Ёпти! Так интересно. На парапет поставила. Ура! Приехали домой! Штурмом берем. Мы зайти не можем. А бабушка еще на три оборота закрыла. Да не ори ты, 11 ночи. За день мы устали очень. Скажем всем спокойной ночи. Глазки закрывай, бабушка.